Приобщиться к прекрасному смогли химчане в праздничные дни. Во Дворце культуры «Родина» прошел концерт классической музыки Московского государственного симфонического оркестра. Такие вечера проходят ежемесячно уже более 10 лет. Каждое выступление посвящено отдельным композиторам. На этот раз Прокофьеву и Шостаковичу. Здесь звучат как популярные произведения, так и малоизвестные. Мы выбираем произведения, помня о том, что в нашем зале всегда много юных слушателей. Мы стараемся обращаться в немалой степени именно к ним. Здесь собраны очень популярные и всем знакомые мелодии классические. Поэтому приходят и с детьми, приходят бабушки с внуками, приходят классами, приходят музыкальные школы. Поэтому абонемент, наверное, получил популярность. Следующий концерт пройдет 27 апреля. Он станет юбилейным. В этом году оркестр отмечает 25-летие.